Рабочие будни возвращают нас к прозе жизни. Новогодние праздники оставили после себя не только приятные воспоминания, но и горы мусора. Кстати, с января этого года Подмосковье перешло на новую систему сбора отходов. Сортировать их – новое для горожан занятие. Удалось ли рютовчанам начать жизнь в новом году с чистого листа, мы узнали на улицах города. Привыкнуть можно ко всему, конечно. Я считаю, что это правильно. В домашних условиях это неудобно, но когда выкидываешь, это, скорее всего, удобно. Дома надо несколько пакетиков содержать. Я слышала, что сейчас даже какие-то специальные ведра есть, можно их приобрести и там как-то складывать все вот отдельно. Это так называемая двухконтейнерная система сбора отходов. Синие баки для сухого и чистого мусора, полимеры, бумага, металл, стекло. Словом, полезные отходы, которые можно переработать. Серые баки для смешанных отходов или грязного мусора. Это пищевые отходы и средства личной гигиены. Начните сортировать мусор у себя дома. Понадобится два ведра или два мусорных контейнера. Раздельный сбор мусора – это целая культура, которую надо прививать населению. И на это потребуется необходимое количество времени. Всего в Реутове установят 189 контейнерных площадок для раздельного сбора мусора. Вывозом сортируемых отходов занимается региональный оператор «Хартия». Смешивать отходы из разных контейнеров при вывозе запрещено. За это для сотрудников компании-оператора предусмотрен крупный штраф. Виктория Волкова, Александр Попов, телеканал Реутов.